что самое главное – здоровье. Это самое главное в этом году. Ну, а также будьте оптимистами, будьте счастливыми. Я бы пожелал бы здоровья, счастья в семье и денег. Ну, чтобы у всех было все хорошо. А вот для себя что ждешь от Нового года? Ну, каких-нибудь сюрпризов. Успехов в учебе. Ну, думаю, что какой-нибудь подарок подарят. Дед Мороз придет в конце концов. Всем желаю главное здоровье. Как показал нам 20-й год, это самое важное. Потому что нас много близких окружает, да, кто переживает за нас. В общем, всем крепчайшего богатырского, сибирского здоровья. Ну и, конечно, финансового благополучия, потому что у нас сейчас тоже непростая ситуация. Все это понимают. Не знаю, может быть, чтобы клад нашли какой-то, да, или какое-то наследство вдруг упало на голову просто от родственников, которых вы не знали. Вот, ну, чтобы было домашнее благополучие, да, у всех хорошо все было. Вот, и чтобы все дружно, мирно сосуществовали, поменьше нам конфликтов, стрессов, и просто быть на позитиве, радоваться жизни, она короткая. Ой, здоровье, только здоровье, потому что в настоящее время это самый актуальный вопрос, чтобы все быть здоровы. А сами чего ждете от Нового года? Завершение вот этой вот заразы, чтобы можно было спокойно везде ездить, ходить. Все, ждем, ждем, что будет лучше, чтобы детки были здоровы, чтобы внуки были здоровы. Это самое основное. Остальное все придет, если все будут здоровы. В наше время, я думаю, сейчас очень актуально пожелать здоровья, да, не только всем своим близким, друзьям. Я бы всей планете пожелала здоровья, благополучия, достатка, любви и радости. Каждый день улыбайтесь. А сами чего вы ждете от Нового года? Здоровья, его приумножение. А я жду, наверное, приумножения во всем. Так скажем, прогресс. Ну, самое главное, первое, наверное, что здоровье. Самое главное, чтобы как-то финансовое положение поправилось. Ну и чтобы вот болезни вот этой не было. Коронавирус вот этот приходит. Самое главное вот это, а остальное все приложится.